Я вас люблю как сестру. Спасибо, спасибо. Как родину родственницу, как близкого человека. Мы все вас любим как мудрого человека. И как человека, который за все переживает. Хотя это вам часто идет во вред. Но вот вы такая. Потому что вы всех любите, вам перед всеми неудобно, и вам все хотите, чтобы были хэппи. Но мы, я хочу, чтобы ваше вот это вот состояние удовлетворенности всегда было с вами. Вот именно, спасибо. И чтобы вот эта удовлетворенность всегда исходила от ваших детей, внуков, родственников. Рита вас также любит очень крепко, и я хочу, чтобы то ее именно верот он бы мог из матку нему. А верой бодас греду ее дядилюшки ты боя колись. Амин, амин. Спасибо. Я люблю за вас. За ваше здоровье. Спасибо. Петя, после того хорошей поездки вам. Спасибо. Что вы отравцами. Это были только цифры. А вы оставались молодой, сердцем и душой. Она как-то покрасила сапскин, думаю, ходил там. Чтобы дети вам приносили радость. Амин, амин. Давайте.